Ну, кто-то должен что-то сделать. Я сказал нет. Никаких авантюр, никаких погонь за ворами. Ну а что ты собираешься? Разговор окончен. Ой, покупатель. Прошу прощения. Не знаю, что тебе там говорили, но Ривервудский торговец все еще открыт. Прошу, посмотри мои товары. Может, тебе удастся вбить хоть немного ума в моего бестолкового братца? В Ривервудском торговце ты найдешь все, что тебе нужно. Мы с сестрой Камиллой будем рады помочь тебе. Знаешь что? Я вообще-то обручена. Так что даже и не думай. Хорошо, надеюсь. Если нужны зелья, это тебе в котелок Аркадии. Братья бури, имперцы, драконы. Пусть лезут. Мне без разницы, кого убивать. Нужна комната? Или просто меду налить?
Ничем не могу помочь. Поговори с трактирщиком Хадрингом. Думаешь, ты можешь меня побить? Думаешь, это достойно Норда? Только не так.
Что? И все?
Это Маркарт. Самый безопасный город в пределе. Ты закрываешь лавку и точка. Хочешь, чтобы я сдалась? Из страха? Этому мы будем учить свою дочь. Мама, почему вы с папой ссоритесь? Мы не ссоримся, мы просто... Давай я тебе поесть приготовлю. Мама с папой потом поговорят. Так ты ничего не знаешь об этом доме? Нет. Видел, чтобы кто-то входил или выходил? Какие-нибудь странные огни или необычный шум? Дом заброшен и всегда был заброшен.
А? Ahem.